Ну а перед просмотром данного видеоролика хочу посоветовать вам канал Чет. На канале вы найдете видео про Майнкрафт, Покстрижн, такие как про обзор модов, выживание в Майнкрафте, обзор разных секретов, обзор декоров, которые вы сможете построить в вашем мире Майнкрафта, и многое другое вы найдете на этом канале. Также есть обзор текстурпаков, которые многие любят. Ну и, собственно, друзья, на канале имеется уже довольно много подписчиков, и если подпишетесь на канал, вам можете развиться автору. Ну и, собственно, друзья, ставьте ему лайки, дизлайков, конечно, не надо. И, друзья, ссылка на канал, как всегда, будет в описании. Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу вам флеш-мод для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этого мода в вашем городе появится несколько брони флеша. Ну что ж, давайте начинать. Во-первых, друзья, первой нашей броней будет вот такая желтая броня флеша. Или можно сказать, даже золотая. Ну, друзья, это все же желтая броня. Дает нам довольно много эффектов и дает вот такой необычный красный эффект. Собственно, друзья, скорость, сила, прыгучесть, защита. И, друзья, это вот такая классная броня. Со стороны она выглядит довольно эпически. И, друзья, как сказал, от нас исходят красные частицы, что придают более классный вид этой броне. Ну, а мы будем двигаться дальше, друзья. А дальше у нас идет красная броня флэша. Ну что ж, выглядит она еще лучше, эпически. Это просто вообще, друзья, анонс. Ну, как видите, от нас уже исходит частица огня. Это еще прикольнее. У нас, к сожалению, эффекта всего лишь 4 эффекта. Друзья, ну, у той брони было немного больше эффектов. Ну, а теперь мы оденем черную броню флэша. И выглядит она еще лучше, друзья. Куда можно быть лучше, вы спросите вы. Ну, друзья, я не знаю. Ну, частицы такие же, как были у желтой брони. Ну, а теперь перейдем к броне зум. Флэша, друзья. Это и вправду звучит довольно странно, но все же это так. И, друзья, у нее также 5 эффектов, и от нее исходят частицы воды. Сразу хочу сказать, что самая слабая броня — это у нас красная броня флэша. У нее всего лишь 4 эффекта. Ну, а у этих, друзья, уже по 5. И эффекты довольно неплохие. И мы бегаем просто с бешеной скоростью. И, друзья, обязательно устанавливайте мод. Скачать можете, перейдя в описание. Ну, а вот такая броня вас будет ждать в этом моде. Просто классная, замечательная броня. Ну и, конечно, мод тоже замечательный. Ну, вот на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.